Добрый вечер, дорогие друзья. Рада видеть всех вас. И сегодня у нас пятница. На этой неделе наша трансляция она будет завершающая. И мы сегодня с вами поговорим, обсудим много интересных нюансов. Сегодня мы поговорим по поводу различных витаминов, пищевых добавок, всевозможных высококалорийных гелей и паст. То есть те вещи, которые очень многих интересуют. Много было по как бы этой теме запросов. И я вам расскажу, что я использую и зачем я использую, почему я использую. То есть вот в таком ключе. И в начале нашей трансляции я сейчас как раз буду тоже отвечать на вопросы, которые у нас пришли после вчерашней трансляции. Вопросов было огромное просто какое-то количество. Я прошу прощения, если я вдруг на какой-то из ваших вопросов не ответила вчера, допустим, не ответила вам в комментариях, пожалуйста, задайте вновь этот вопрос, просто его продублируйте, чтобы я не пропустила это все. Ну и хочу я вам рассказать, для начала, вчера было много как раз вопросов, давайте сразу по вчерашней нашей теме пробежимся, по поводу обработок против паразитов, да, мы вчера коснулись темы маленьких котят, прежде чем мы приступим к пищевым именно добавкам, пробиотикам и же с ними, вот вчера, я не знаю почему, вроде бы в теме груминга, возможно, из-за того, что я рассказывала про противопаразитарные шампуни, которые могут быть для котяток, да, но есть много вопросов, связанное с тем, чем я обрабатываю и кошек мамочек кормящих, и обрабатываю взрослых животных, ну и, соответственно, котят. Смотрите, если такое случилось, что уже кошка, кормящая кошка уже принесла по каким-то причинам, ну, притащили там блох, не пугайтесь, не нужно там бить панику, ничего страшного, криминального нет, все это поправимо. Конечно, для меня, как и было раньше, и все-таки и сейчас, я предпочитаю использовать тот же фронтлайн, ну, либо, как вы знаете, да, составная часть фронтлайна. Фронтлайн, нравится мне препарат сам по себе, который все-таки его можно использовать именно в неонатологии, то есть кормящую кошку-мать можно обработать, как только шерстка у нее высохла, мы вновь эту кошку-мать мы помещаем, как бы опять котятам. Это не токсичный препарат для новорожденных котят. Секунду, я еще выведу вопросы на экран ваши, чтобы мне было их видно. Там много-много было, конечно, запросов. То есть для меня это фронтлайн. Второе, что нужно использовать? Помните, я вчера вам рассказывала по поводу антипаразитарных шампуней? Ребятки мои, очень внимательно, еще раз, очень прошу вас, используйте корректный препарат. Запомните, пожалуйста, что кошкам, особенно кормящим, ни в каком случае мы не можем применять препараты, которые предназначены для собак. В частности, шампуни, например, которые содержат эфирные масла, там, лаванды, зеленого чая, ментол, мята и эвкалипт. Эти вещи для кошки токсичны, поэтому, пожалуйста, не надо это использовать. Но тоже там масло андиробы, либо препараты, которые предназначены для кошек, на них всегда есть сноска, что препарат может быть использован для кошек. Если кто-то вчера там что-то пропустил, вот посмотрите, когда я обзор делаю шампуни для котят и кормящих кошек. Если уже случилась у вас инвазия у животного, то используйте деликатный шампунь, который будет обладать противопаразитарными свойствами, собственно, как бы и все, и с последующей обработкой. Я не использую капли Spot-On для кормящих кошек, ни для беременных, ни для кормящих. Но, во-первых, для беременных кошек это не есть хорошо, это не есть полезно, да, то есть мы все понимаем, как работают капли, которые наносятся в зоне холки, то есть Spot-On. В чем принцип работы препарат, который, да, мы зонарно наносим, он распределяется как бы внутри кожи, то есть понятно. И он, к сожалению, достаточно токсичен, особенно если этот препарат комплексный, который и на внешних паразитов, да, и на гельминтов действует. Но на самом деле многие гельминты, они не бьются Spot-On каплями, это факт. Я тоже думаю, что не Америку я вам открыла, вот, но
Раньше очень хороший был Stronghold, конечно, это для нас такой был препарат, который прям вау, не было аналогов. Сейчас очень большой выбор спот-онов, но давайте будем руководствоваться правилами. Что мы можем использовать и какой категории? Пожалуйста, любая возрастная категория, если это взрослые кошки, то это от года, если это котята, то не в 2 месяца, как там пишут, там, ну, многие, а с 3 месяцев. Я не рискну использовать маленьким котятам спот-оны, потому что, ну, есть более понятные вещи, тот же фронтайн, он понятно, как работает. Антигельминтики перорально даем, да, то есть закладываем, либо там даем пасту. То есть здесь проблем тоже как бы никаких нет. Нам всем понятно, как работают препараты. А как сработает, какие последствия за собой повлекут спот-оны, то есть препараты, которые распределяются в толще кожи, очень побочки много, и не просто так препараты периодически друг друга сменяют. То есть, к сожалению, есть такое дело, и стабильности нет. Поэтому внимательно. То есть безопасный шампунь и обработка, конечно, оптимальный вариант с обработкой спреями, с последующей антигельминтизацией. То есть если у кошек случились блохи, то, естественно, есть однозначно, что гельминты, они будут. Можно не сегодня это обнаружить, но это обязательно случится. Если есть блохи, то глисты тоже, соответственно, есть. Вот именно после вчерашнего почему-то эфира вот такие вопросы у меня были. Теперь еще один вопрос, касаемый как раз вот по вчерашней нашей теме, такой интересной, да, у нас вчера и в груминге мы касались, и рассказывали, беседовали по поводу дерматофита, про всевозможные грибы расчудесные, конечно, информации много, и, безусловно, многие задают вопросы. Тот же самый вопрос касаемо груминга, как реабилитировать животных. Вот вчера мы с вами рассмотрели, как мы реабилитируем изнутри, да, то есть не изнутри, а когда используем шампуни, маски, всевозможные спреи, которые помогают регенерироваться коже. Но есть еще вопрос такой, который, например, связан с добавками. Как раз это я приурочила к сегодняшней теме. Смотрите, по поводу пищевых добавок. Когда у нас есть проблема, связанная с кожей, например, проблема после тех же грибов, нам недостаточно внешнего воздействия. Во-первых, терапия была активная против грибов. Во-вторых, животному самому, всему организму нужно восстановление не только шерсти и кожи. Поэтому помните о том, что в момент лечения, 60 дней, мы никакие витамины, добавки ничего не применяем внутрь, потому что серьезная нагрузка идет на печень, на поджелудочную железу, на почки. Но мы можем применять витаминные добавки различные, какие я сейчас вам расскажу, после активного периода терапии. То есть что у нас подразумевается под активной такой реабилитацией? Смотрите. Дорогие мои друзья, простите, пожалуйста, я не знаю, иногда бывают, к сожалению, технические неполадки, очень извиняюсь, но я вновь с вами. Поверьте, вся информация, которая для вас предназначена, она будет с вами, и мы все вместе, я думаю, что не будем обращать внимание на какие-то такие технические моменты. Итак, поехали дальше. По поводу дерматофитов и восстановления после дерматофитозов. С шампунями все понятно, маски применяем, да, серию восстанавливающую циолит, например, от Ив Сен-Бернара. И давайте поговорим по поводу добавок. Смотрите, когда мы с вами уже обсудили, да, что касается лечения, мы не применяем витамины, но как только лечение наше закончилось, совместно с гепатопротекторами, которые мы применяли во время лечения, конечно, я однозначно буду рекомендовать применять пробиотики. То есть для того, чтобы мы все-таки дали защиту, дали протекцию нашим котам, нашим кошкам. И что мы можем еще использовать? Вот вчера посмотрела свои записи, проанализировала и обнаружила, помимо гепатовета, например, да, гептрала и эссенциали, есть еще один препарат от Вирбока тоже, который поддерживает печень.
Ветасил называется препарат. Я почему-то вчера про него забыла озвучить, но он есть и он хорошо работает. Его не проблемно купить в России. И препарат, который тоже очень хорошо работает наряду с гиптралом. Расскажу по поводу жирорастворимых добавок витамина, так как после дерматофитов нам нужна регенерация кожи, нам нужна выгонка шерсти, стимуляция роста шерсти, а для того, чтобы простимулировать вообще в принципе выработку нового волоска, давайте коснусь немножко экскурса в анатомию. Смотрите, наш волосок, волосяной фолликул, он у нас сидит в луночке в такой, то есть как картошка растет. И вот представьте, когда приходит срок, этот в норме, да, этот волосок, он выпадает. Там внутри, на конце воронки, то есть вот в этой вот зоне, чтобы просто было понятно, есть так называемый сосочек. То есть такая штука специальная, которая реагирует на отсутствие волоса в этой лунке. Так как туда подведены нервные окончания, то есть нервные ганглии, у нас начинает запускаться процесс создания нового волоска. То есть у нас старый волос ушел, новый сосочек захватил клеточку, спродуцировал новый волосок. И вот вы должны понимать очень интересную вещь с точки зрения физиологии. Смотрите, есть рождение нового волоска, и мы можем простимулировать, да, зарождение этого волоска. Это актуально при алопециях, например. Это актуально для рексовых пород, для девонистов, для корнишистов, когда зарастить надо лысые участки. То есть какая бы там длина ни была, нам нужно спровоцировать выработку нового, рождения нового волоска. Это один фактор. А вторая составляющая – это стимуляция скорости роста. Два этих процесса, они разные. Давайте расскажу теперь, что, зачем нам нужно делать. Итак, в первой фазе, когда у нас, допустим, животному нужно активизировать выработку, то есть активизирует рост новых зарождений, рост новых волосков в зоне алопеции, например. На самом деле вот такая техника, она актуальна не только касаемо животных на реабилитации, животных, которые пострадали из-за экземы, которые пострадали из-за грибов, которые просто, допустим, пришла физиологическая линька, и кот весь там обвинял, или там гормоналка, все что угодно. Бывает, что проблемы с кожей. Абсолютно причин может быть очень много. И прежде чем мы должны себе поставить задачу, да, сначала мы даем, сеем это поле, потом мы его выращиваем. Так вот, для того, чтобы корректно сработала кожа, прежде всего, мы начинаем, во-первых, подключать препараты, которые будут на это работать, которые будут помогать нервной иннервации, которые будут также снабжать как бы кожу питательными веществами и которые будут нам помогать делать эту кожу более эластичной, увеличивая и тургор, и ее защитные свойства. Что нам нужно сделать с точки зрения пищевых добавок? Во-первых, конечно, мы можем применять, как я говорила, мои излюбленные те же масла дикого лосося, богатые омега-кислотами, да, омега-3, омега-6. Есть очень хорошие вещи, например, Derm Liquid от компании Canina. Очень часто применимо в этих ситуациях. Я для вас прям целый список препаратов выписала, которые будут применяться именно в этом этапе. Дальше, есть очень хорошая штука, называется Марин, тоже есть комплекс масел, которая в себя включает и масло грецкого ореха, и масло ши, и жирорастворимые витамины А, Д, Е, естественно, богатые омега-кислотами. Это как раз, наверное, один из моих излюбленных препаратов, которые применяются в коррекции и в интенсивной реабилитации кожных покровов. То есть с помощью вот таких препаратов они даются внутрь, эти препараты, то есть это добавка. Есть одно но, чтобы вы это понимали, для того, чтобы у нас организм не нагружался, как вы понимаете, если у нас все-таки имела место быть противогрибковая серьезная терапия, то нам печень как бы не хотелось грузить. Поэтому моя личная рекомендация: после окончания терапии дайте свободный промежуток 2-3 недели, прежде чем вы начнете давать добавки именно жирорастворимые витамины и масла.
немножко нужно дать организму выдохнуть после всего этого, потому что очень серьезная реально идет нагрузка на печень. Как правильно и корректно давать препараты, которые будут стимулировать выработку и рост, то есть да, зарождение вот этих вот волосков. Дело в том, что мы не можем давать это все время, так как это жирорастворимые вещи. Они небезопасны, к сожалению. Поэтому обычно курс длится не дольше 4-6 недель. Как правило, через 2 недели, то есть 14 дней, 28 дней, контроль биохимии крови на печёночные показатели. Это ничего не стоит для вас, но это позволит вам контролировать ситуацию, позволит мониторить, как животное себя ощущает и как вообще что происходит. Как раз очень хороший еще есть препарат, который называется тоже Филтоп у компании Канина. Филтоп больше, он все-таки такой во второй фазе применимый, и он больше работает на структуру и на окрас за счет большого содержания биотина и цинка. Но об этом сейчас чуть позже мы это все затронем. Секунду, еще включу ваши вопросы. Вопросиков много. Так, секундочку, одно вопрос, да, очень много у нас, буду сразу отвечать, чтобы ничего, чтобы не упустить. Смотрите, когда у нас животное переболело, это вот понятно, да, одна составляющая, но еще раз повторю, вы эти схемы можете использовать тогда, когда нужно животное обрастить. Для того, чтобы обрастить, нам нужно посадить много семян, да, будем так говорить, то есть нам нужно на месте выпавших волосков максимально быстро спровоцировать зарождение и последующий рост нового волоса. Поэтому здесь имеет место быть как раз вот эти именно жирорастворимые комплексы. И что из косметики мы можем применять? У компании Yves Saint Bernard есть интересные вещи. Первая вещь – это препарат, который называется Mineral Plus и, например, Mineral H, так называемые лосьоны. Ну, во-первых, эти лосьоны, их применяют в дозировке 1 мл на килограмм веса кошки, вмешивают в кондиционер или в маску, ту, которую вы используете. Ну, если мы говорим о отращивании шерсти, о стимуляции, то здесь нам в идеале подойдет именно лосьон с плацентой, который нам добавит этой стимуляции. Второе его применение, этого лосьона, это применение локальным, то есть каплями в шахматном порядке. Мы взяли пипетку, пластиковую большую пипетку, я думаю, что вы все знаете, и шахматкой 2 на 2 сантиметра, то есть ромбиками такими, а вы на кошку капаете. Тут капля, через 2 сантиметра капля, здесь капля, здесь капля. Как часто мы это все применяем? Это не применяется самостоятельно. Один препарат вам ничего не даст. То есть нагрузка и функционал должен быть комплексным. То есть ваша задача, даем изнутри поддержку, да, мы и также стимулируем снаружи, но один лосьон ничего не сделает сам по себе. Соответственно, что мы должны делать с кошкой, с ее шерстью, с кожей? Мы должны кошку мыть, да не просто мыть, а прям вот устраивать полноценные спа-процедуры. Если мы решили реабилитировать в полной мере эту шерсть и кожу, поэтому взяли, например, Yves Saint Bernard шампунь и маску апельсин с силиконами, которая, по сути, там для средней шерсти. На самом деле, именно эта фруктовая линейка, то есть фрукты от грумера, именно шампунь и маска, они, там очень большое содержание витамина В, витаминов группы В, и именно эти два варианта, то есть применение шампуня стандартно как детергент, то есть это мягкий шампунь, которым вы просто смываете все, что там не нужно, да, вам не нужно использовать в этом периоде никаких агрессивных препаратов, никаких дегризеров, то есть ничего этого не нужно. Мы учитываем, что до этого у нас было мытье каждые 3 дня. Мы кошку миконазолом, да, мыли. Мы помним, если это у нас идет после терапии дерматофитозной, то в данном случае как правильно это использовать? Точно так же, по аналогии, каждые 3 дня
взяли календарь, написали понедельник, четверг, банные дни у такого животного. И поехали. Наносите шампунь, вспениваете, смываете. Второе нанесение, вспениваете, смываете. И берете маску. Дозировка маски на кошку, скажем так, с короткой шерстью, без подшерстка. Это любые ориенталы, это Бурма, Бомбей, Бенгалы. Это, опять-таки, все рексовые породы в короткой шерсти. Им достаточно чайной ложки маски для того, чтобы она сработала. То есть этого количества достаточно. Понимаете, не надо килограмм этой маски, потому что кожа, она в себя вберет столько, сколько она сможет впитать. Все остальное вы просто смоете и выбросите в мусор. Все. То есть не нужно передозировать. Как корректно и правильно размешать маску? Вот вчера в демонстрационном видео, когда я грумировала не котят, а их кошку-мамочку, да, вы видели в руках у меня такой инструмент, который называется капучинатор. Это палка-выручалка на все случаи жизни. Как раз вот чайную ложку взяли этой маски, туда в эту масочку налили 1 мл на килограмм веса кошки лосьона серии Mineral, тот же Yves Saint Bernard лосьончик, и долили горячей водички. Все это капучинатором взбили, нанесли на кошку. Дальше. Время выдержки у вас. Если это животное короткая шерсть, да, на примере которых я сейчас вот это рассказываю, то время выдержки у вас до 15 минут с последующим нагревом. Как корректно и правильно кошку нагреть, чтобы у нее не случился инфаркт или еще что-то, чтобы у нее не было одышки. Есть две техники различных. Техника номер один – это техника горячих полотенец. То есть мы берем, грубо говоря, полотенце, махровое полотенце, нагреваем на водяной бане, кошка в маске, мы ее прикрыли. У такой техники есть один значительный большой минус, то что часть препарата, она впитывается в это полотенце. Я использую другой чуть-чуть способ. Я использую обычные ветеринарные сумки-фиксаторы. То есть это сумки ветеринарного назначения, которые сделаны из винила. Не тканевые, а именно виниловые. То есть я открываю, сажаю туда кошку. Сумочка чудесным образом закрывается на липучку вокруг шеи. И отдельно для лапок там есть такие молнии. То есть если вам что-то нужно посмотреть, вы всегда это сможете открыть и посмотреть, как там происходит процесс. Почему винил? Да потому что винил не повреждается когтями и зубами. Во-вторых, препарат, который есть на шерсти, он никуда не уходит. И винил, конечно же, он держит тепло. То есть посадили в сумку, накрыли сверху обычным сухим полотенцем. И четвертый огромный плюс, что из этой сумки кошка у вас никуда не убежит. Вам не надо с ней сидеть, вы ее можете поставить рядом с собой и, допустим, купать другое животное. У меня 7 таких сумок в наличии, и когда я готовлюсь к шоу-сезону, вот спа-процедуры, направленные на отращивание шерсти, у нас прям вот в рядочек они колбасками такими сидят. Ребят, коты от этой процедуры прям балдеют, им нравится, им там тепло, им там хорошо, они себе сидят, они пытаются куда-то удрать. Давайте я расскажу, еще раз повторю, дозировки, пожалуйста, запишите, дозировки уже более точные для каждой породной группы. Итак, маска и шампунь применяем по... мы применяем его концентрат, мы его не разбавляем, да, то есть стимулирующий шампунь. Шампунь нам нужен для того, чтобы мы очистили от слущенных клеточек эпидермиса, для того, чтобы омертвевшие волосочки смыть, ну и, конечно, убрать вот эту липидную пленочку, которая там есть. Шампуни эти все основаны на препарате, который именуется ПЭК. Это кондиционирующее вещество, которое сохраняет гидролипидную мантию и дает очень хорошую защиту. Плюс на этом ПЭКе мы, простите, запутанным напрочь колтунистым кошкам, мы его в разведенном виде используем для распутывания колтунов. Поэтому шампунем сначала моем дважды, то есть как себе голову. Дальше. Маску берем из расчета, если это короткая шерсть без подшерстка, включая рексовую породу, то это чайная ложка. Ну, такая чуть-чуть небольшую горочку я делаю. Если это кошка короткошерстная, имеющая подшерсток, такая как британская короткошерстная, либо
экзота, не будем, да, иметь в виду, что он вообще к длинной категории относится, что он с мордой, с курносой, мы берем сейчас шерсть. То есть животные, имеющие паджер, те же скоттиш-фолды, все скоттиша в короткой шерсти. Вот этим всем зверушкам мы используем 2 чайные ложки, такие полные. А животным, которые имеют длинную шерсть, и аборигенные породы, им используются от 1 целой столовой ложки до 1,5. То есть, если у вас огромный, простите, норвег, или там огромный гигантский мейн-кун в полном одеянии, у него случилась алопеция локальная какая-то, вам чайной ложки на такого огромного кота будет недостаточно. Поэтому у них идет доза, то есть 1-1,5 максимум столовой ложки. Просто больше смысла нет. Дозировка лосьона, который вмешивается туда в маску, 1 мл на килограмм веса. То есть помним о том, что первичная стадия реабилитационного периода длится от 4 до 6 недель. Дольше, чем 6 недель, нам не надо абсолютно это применять. То есть 4 недели этого хватает для стимуляции. Дальше у нас будет меняться комплекс, о нем я сейчас расскажу. Меняться будет с точки зрения уже ускорения роста волосков. Сначала мы должны это посадить. Итак, 1 мл на килограмм веса. Как мы корректно применяем? То есть вымыли шампунем, посадили кису в маску, киса в маске посидела, маску смыли, высушили, и на зоны алопеции уже чистый лосьон, помним, да, взяли пипетку, либо шприц инсулиновый, и капельно накапали в зоне алопеции, там, где нужно обрастить эти участки. Естественно, сам по себе лосьон, он жидкий, он не липкий, он ничего не склеивает, и он прекрасно работает. Лосьонов, я еще раз повторю, у них несколько, буду про них еще сегодня вести речь, и буду про них сегодня вам рассказывать. То есть в этот период как раз реабилитационный мы вот таким образом с вами действуем. Какие еще препараты, в принципе, что может использоваться? Может использоваться, которые, помните, я использовала в каше малаше моей фирменной Румфолд, Омега Дерм, это компания Вирбок, то есть это масло, омега масла, омега кислоты, и это хорошая, правильная штука, которая нам нужна. Итак, дальше. Что, опять по поводу эфирных масел, эфирные масла, можете прям записать. Чайное дерево, мята, ментол, эвкалипт. Они не подходят кошкам. Лаванда. Мы не можем это использовать по той причине, что кошки дают анафилактический шок. И это достаточно серьезные последствия. И давайте не будем с этим играться и экспериментировать. Почему я выбрала именно апельсин с силиконом? Это одни из понятных линей, которые абсолютно прямолинейно работают. То есть мне понятно, как работает механика. Вот я вам рассказала, как бы, да, препарат работает в сочетании поддержки изнутри. Естественно, корректное питание, плюс каждые 3 дня, ну, 2 раза в неделю, грубо говоря, мы кошку моем, мы питаем эту шерсть, питаем кожу и своевременно очищаем. Все. У нас за вот эти вот 4-6 недель образуется такая поросль маленького роста. Кошки чудесно сидят в этих сумках. Вот сразу вижу, да, куча вопросов. Ссылочку я вам сейчас в процессе нашего эфира на эти сумки тоже скину. И если вы хотите, я для вас за выходные сниму вам видео, как правильно сажать кошек, как правильно сделать спа-процедуру. У нас как раз в понедельник я запланировала для вас эфир, который будет продолжением сегодняшней темы. Перед тем, как мы начнем про репродукцию и вскармливание разговаривать, то есть на понедельник я запланировала как раз эфир по грумингу, по спа. По процедурам сейчас очень актуально по весне, поэтому тоже буду вам рассказывать. Я сниму, готова снять видео, вы напишите просто в комментариях, если вам это нужно, как кошки чудесно себя чувствуют, как правильно, что замешивать и где, куда, что нужно капать. Просто пишите, как бы, и я думаю, что без проблем я вам это все отсниму. Итак, дальше. Что мы делаем дальше? У нас с вами закончились эти 4-6 недель. Например, как правило, Бурме, Ориенталу, Бомбею, Бенгалу. Не надо им 6 недель, им 4 недель абсолютно достаточно. А вот если это кошка, например, у которой есть
определенные виды изменения шерсти. Это рексовые, опять-таки, породы, это корниша в основном, потому что они, у них шерсть уникальнейшая совершенно, и у корнишей она другая, в отличие от других рексовых пород. И зарастить корниша гораздо сложнее, чем зарастить, например, Девон Рекса. То есть у корнишей в силу отсутствия упругих остивых волосков, у них пухляшечки очень нежные. Но их сложнее как бы с точки зрения временного интервала обрастить. Но все это возможно и есть очень хороший как раз эффект. То есть корнишу, конечно, мы будем полные 6 недель это все обращивать. Напоминаю, пожалуйста, не забудьте делать, если вы кормите омега, да, даете масляные препараты, тот же Shed Pro, то есть огромное множество препаратов, вы можете все это видеть для поддержки кожи и шерсти, их нельзя больше 2 недель давать без контроля. 14-28 день контроль, биохимия крови, печеночные показатели, в обязательном порядке. Поехали дальше. Что касается последующего процесса, как мы будем работать дальше? То есть прошли у нас вот эти вот первичные, да, первичный наш этап восстановления, и у нас наступает второй этап, который у нас уже имеет более длительный период, длится он от 6 до 8 недель. Здесь немножко проще будут схемы, хотя они будут очень похожи на схемы первичного этапа. Здесь мы уже даем перерыв от омега-кислот, 4-недельный перерыв, помните, что нельзя их все время давать, и дальше уже будем смотреть на то, как, с какой скоростью у нас идет отращивание, с какой скоростью на определенном участке у нас вырастает, да, как бы шерсть. Если со скоростью роста за месяц, нам понятно, что скорость роста в норме 1 сантиметр в месяц. У некоторых пород этот показатель он ниже. То есть это до 0,5 сантиметра, но как вы за месяц, то есть да, за стандартные 4 недели, у нас всегда везде 4 недели фигурируют, мы за этот период времени совершенно спокойно увидим то, насколько у нас шерстка выработала. В эти первые 4 недели мы никакие добавки не даем, потому что у нас, оглядываясь назад, у нас был реабилитационный курс, у нас до этого было лечение какое-то, то есть это слишком большая нагрузка, не надо в кота все подряд пихать. То есть дайте коту справиться организму. Вот это то, что мы сказали изначально, первый этап, это такой толчок, это толчок для стимуляции. Поэтому вполне возможно, что этого будет достаточно. В чем заключается смысл вот этой второй фазы? Вторая фаза направлена на ускорение роста. Здесь однозначно должны присутствовать хорошие корма. Здесь должен быть корм с высоким содержанием протеина и жира, естественно. И мы сопоставляем общую, как бы общую кондицию с животным. Мы смотрим, что тургор кожи после там омеги, после всего, все хорошо, то есть животное не обезвожено, то здесь нам достаточно будет препаратов, которые мы будем использовать тоже по такой же схеме: шампуни, маски, лосьоны. Я сейчас расскажу, что мы конкретно будем использовать. Но если у нас мы будем видеть, что, допустим, это животное атопик или животное, которое имеет, допустим, какие-то серьезные последствия после перенесенных заболеваний, животное после травм, после операции, после ожогов каких-то, либо ну, что-то там недолечили, какая-то резистентность, там что-то случилось, какая-то бактериалка, то есть любая проблема, связанная с кожей, естественно, мы можем корректировать и добавлять антибактериальную, либо там какую-то, да, специфичную терапию, там противоаллергическую. Мы дело в том, что вот этот спа наш комплекс, направленный на отращивание, на ускорение, да, роста волоса, он абсолютно, этот комплекс, совместим с любой коррекцией. То есть и с антибактериалкой, и с противоаллергической терапией, и с гормональной терапией, если она нужна. То есть это не перекрестно, как-то не может взаимно друг друга исключать, поэтому это прекрасное дополнение. Что касается непосредственных препаратов, что мы используем в данном периоде. Смотрите, мы будем использовать в идеале здесь препараты, которые, например, длинная, полудлинная шерсть. Однозначно мой фаворит здесь это шампуни маракуйя, тоже фрукт от грумера маракуйя и маска с маракуйи. Но я их чередую с шампунем Mineral H. Расскажу как.
мы оставляем, если нужна интенсивность роста и интенсивное ускорение, то мы оставляем мытье дважды в неделю. Если относительно все нас устраивает и относительно все хорошо у нас растет, то достаточно один раз в 7 дней, вот эти вот 2 месяца положены нам животное купать с полноценной спа-процедурой. То есть таких же 2 намыливания плюс использование маски. Я предпочитаю первый вариант, когда 2 раза в неделю я это делаю, потому что все-таки не надо забывать, что животное до сих пор находится на интенсивном восстановлении кожи и шерсти, да, то есть сейчас все очень активно работает, кожа, механизмы кожи запущены, и, конечно, наша задача это все поддержать. И как я чередую? То есть одно применение я использую шампунь и маску маракую. Естественно, туда же я добавляю, смотрю уже, если мне нужно добавить, я могу добавлять те же лосьоны, но уже, допустим, не с плаценты, а там есть Mineral H, Mineral Plus, мы смотрим, добавляем другой лосьон, да, можем в чистом виде использовать, потому что состав очень насыщенный у маракуйи. Если есть те же зоны аллопеции, мы видим, что там все-таки есть эти зоны аллопеции, то же самое, также локально мы применяем как с потами, то есть капельно наносим. А самое главное, что сегодня мы применили, допустим, маракую, шампунь, маску и этот лосьон, а следующее применение мы вместо этого шампуня используем шампунь Mineral H. Шампунь Mineral H, в отличие от расчудесной маракуи, обладает отвратительнейшим запахом тройного одеколона, но он прекрасно работает. Ну, кому-то он нравится. Ну, могу сказать, что я и мои звери его не любят, этот запах, но шампунь работает потрясающе. Препарат концентрированный. Здесь он сочетается с любыми масками. Например, если у кошки есть какие-то атопические проблемы, и все-таки нужна реабилитация, мы совершенно чудесным образом можем сочетать Mineral H с линейкой, например, с маской Циолит, да, то есть и использовать потом термомиль Циолит лосьон на поврежденные участки. То есть вы должны понимать следующее, что тотал, как бы, да, в итоге, что у нас реабилитация после дерматофитов либо сама по себе такая мера, направленная на увеличение густоты шерсти, на ускорение роста шерсти, состоит из 2 этапов. Первое – это выработка, стимуляция выработки волосяных наших луковичек. Второе – это как раз второй этап – это ускорение роста. То есть между ними у нас есть интервал, который мы должны делать. Потому что нет, это как ни крутите, все равно это находится, вот это все в категории лечебно-профилактической и в реабилитационной. То есть это не может быть на повседневку, эти препараты. Эти препараты направлены непосредственно на, для того, чтобы сделать какую-то функцию. Поэтому вы должны это учитывать. По препаратам компании Ив Сен Бернар, это фруктовая линейка фрукта от грумера. На самом деле у Ив Сен Бернара много таких интересных препаратов, которые хорошо себя зарекомендовали. Многие любят, например, у собак очень популярна там икорная линейка, да, но котам мне больше как бы нравится все-таки применять Атами линейку, либо вот фруктовую линейку, либо проблемным животным, например, с проблемной кожей. Мне очень нравятся красные линии, у них есть там и маска есть, и шампуни, то есть нужно индивидуально подбирать. И о препаратах, конечно, мы будем отдельно прям препараты вообще все рассматривать, это будет у нас огромное количество эфиров касаемо исключительно только груминга. Сейчас у нас как бы, да, сегодня по вашим запросам я отвечаю как раз на ваши вопросы предыдущие и рассказываю, какие, что мы даем, какие мы даем препараты и все прочее. И вот сейчас мы, да, я рассказала вам о втором этапе, то, как мы внешне применяем, да, чередую линейку, допустим, маракую ту же и Mineral H шампунь. Мы можем использовать тот же шампунь, например, с имбирь бузина, если у нас сухая и дряблая кожа со сниженным тургором. Мы можем использовать шампунь черную вишню, который тоже будет в этой ситуации очень хорошо помогать. Это шампунь для короткой шерсти, он дает очень хороший глянец, и он делает остевой волос более таким тугим, то есть шерсть у нас более гладким полотном лежит. Хорошая штука, хорошо очень работает, вот для American Short Hair прекрасно вишня подходит. И самое главное здесь тоже понимать, что мы из добавок можем котику дать.
как бы, если у нас кот худенький, то и у него недостаток мышечной массы, и он вообще у нас апатичный, и у него авитаминоз, у нас никогда не будет хорошей шерсти. Поэтому мы можем ему насильно вскармливать волшебную кашку с добавлением как раз минералов, например, витаминов, дополнение аминокислот. Нам очень нужны в процессе роста хорошие составные части для ускорения этого роста. Ведь каждый волосок уже должен построиться из чего-то. Так как мы скорость это удвоили роста, то, конечно, нам функции организма тоже немножко нужно простимулировать и ускорить для того, чтобы все это могло хорошо сработать. Здесь, конечно, имеет значение. Я не фанат биотина и цинка, на самом деле, но в некоторых случаях я как раз именно вот во второй фазе реабилитации, вот такой фазе ускорения роста шерсти, очень хорошо работают препараты, содержащие большое количество цинка и биотина, да, вместе. Мы помним о том, что обязательно нам нужен селен, тоже вот как бы, да, в данной категории. И, конечно, вот я уже говорила, есть препарат, который CLGN называется у конина, он для дна окрас работает, да, ну, то есть мы омегу уже в данном ключе не применяем, потому что омега нам достаточно первичного курса, это омеги, и в фазе активного роста волоса нам, в принципе, она не нужна. Особенно пометую то, что препарат все-таки серьезный, то есть любые жирорастворимые вещи, они не могут все время применяться. То есть стандартно, как бы не чаще, чем один курс, интервал там, ну, 3 месяца хотя бы должен быть. То есть нельзя взять и там месяц покормил, месяц не покормил, месяц покормил, месяц не покормил. То есть такое делать не нужно, потому что есть внешние составляющие, да, а есть все-таки наши внутренние все запчасти у кота. И печень, и почки, и поджелудочная, и очень много щитовидка, и очень много всего есть. Поэтому нам нужно, если мы направляем нашу физиотерапию на определенные какие-то коррективы, то давайте будем это делать правильно. И я еще хочу вам рассказать по поводу, какие вообще фирмы, что из добавок я использую и в реабилитационном периоде, и вообще, в принципе, за каким-нибудь, ну, не знаю, для какого-то достижения определенной цели, какие бренды я использую. Конечно, мне очень нравится и Конина, достаточно известная фирма. У них огромный выбор всевозможных штук. У них есть уникальные вещи, например, как хондропротекторы, которые называются GAG, G-A-G, пишется 3 большие буквы GAG. Реально очень крутой хондропротектор, который собакам и кошкам идет. У них, в принципе, побочки я ни разу не видела, чтобы на него была какая-то реакция. Потом у них очень сильная линейка с как раз жирорастворимых различных штук. И масло лосось у них также там есть. И есть сочетанные масла. То есть как раз вот то, что я говорила, масло ши, грецкий орех, там лосось. Ну, крутые формулы и хорошо себя зарекомендовали. Потом, что еще у них интересного есть? Ну, то, что вот я говорила, для окраса. У них также есть очень интересные вещи, которые, например, тоже Energy Gel, препараты для, как паста для увеличения массы тела, но по сути это как дополнительное питание, это high energy, то есть высокопротеиновая паста, будем так говорить. Они неплохие, они, конечно, более слабые, чем наша волшебная каша Малаша проверенная, ни один еще из этих препаратов он не набрал массу тела так, как она набирает моя фирменная каша, моя волшебная, и тут однозначно такой без вариантов, я делаю выбор в пользу каши, но маленьким котятам, например, мы можем использовать эти добавки. У меня очень много было еще вопросов, знаете, касаемо добавок не только омеги, да, для шерсти, а касаемо пробиотиков, учитывая вчерашнюю нашу дерматофитозную тему и терапию, да, антибиотиками противогрибковыми. А если еще примешана у нас бактериалка какая-то, то, конечно, мы используем и терапию антибактериальную в прямом своем смысле слова. У нас, конечно, будет все страдать здесь. И, конечно, нам нужны не только гепатопротекторы здесь, нам нужно и использовать пробиотики. Что я использую из пробиотиков? Опять-таки, какие бренды, какие фирмы и вообще конкретно что, я вам сейчас расскажу. Я вам самое главное, что я даже не договорила, вот бренды, это компания Конина, конечно, это
Pet Age, и, конечно, это Virbac. Вот эти вот три бренда, которые мне очень нравятся, как они работают. То есть в этих трех компаниях можно найти уникальные, совершенно интереснейшие вещи. По поводу пробиотиков, конечно, однозначный мой фаворит, который есть всегда у меня дома, это препараты Бенибак. Это и порошок, и в шприце, то есть шприц-тюбик, волшебная просто вещь уникальнейшая, которая прекрасно идет маленьким котятам, особенно котяткам-искусственникам. То есть ты гелем угостил, и у котенка бактериалкой, правильной бактериалкой заполнен кишечник. Очень нравится это Pet Age. Дальше. Все знаете, как бы неплохой препарат, который именно для профилактики всяких штук интересных, это препарат Фортифлора, который вы все знаете. Что еще есть? Натурвет есть, Флорокея, тоже неплохой препарат, который достаточно серьезно работает. Многие задают вопросы относительно, все помните, тоже такие напиточки есть, Вио пакетики, да, у них тоже большая линейка. У меня, не скажу, что это прям вот панацея какая-то. Если нет Бенибака, то Вио тоже сойдет. Конечно, результативность будет меньше гораздо. В любом случае, гораздо будет все меньше, в меньшей такой степени. Собственно, пробиотиков как бы достаточно много. Есть и пробиотики, которые именно даются для профилактики, для заселения бактериалкой, правильно. А есть пробиотики, которые лечат какие-то определенные кишечные расстройства. Да? То есть у них это же все-таки терапевтическое такое действие. Пропектамин, вот есть препарат, который у малышей неплохо работает на диарее, который именно связан с дисбактериозом, но не связан с инфекционными агентами. Ну, такая интересная, на самом деле, штука. Про кашу-малашу давайте. Ну, проколин, я не люблю проколин. Мне кажется, что он неполноценно работает. У него очень слабый эффект. А по поводу каши... У нас, посмотрите, пожалуйста, не поленитесь, посмотрите, пожалуйста, наши предыдущие эфиры, там подробно прям написано, я рассказываю про эти рецепты каши, а сегодня я еще вам хочу сказать, что мы туда, в эту кашу еще-то можем добавить, кроме как бы наших стандартных таких вещей. Есть препараты, которые... Минералы, да, то есть минеральные комплексы можно добавлять туда. И есть препарат у той же конины, совершенно препарат уникальный, на мой взгляд, о котором тоже вы должны знать. Называется он Rinderblut. Это препарат, который помогает вырабатываться красным кровяным тельцам. То есть в каком случае он актуален? Когда у животного есть, например, случились блохи, случились гельминты и случилась анемия. Вот в этом случае очень хорошо работает. Этот препарат, который мы даем внутрь. Он похож по действию на гемобаланс. То есть его тоже можно давать совершенно спокойно, без опаски. Вот эти препараты, которые, да, гемобаланс, которые на эритропоэз, то есть на выработку эритроцитов работают, они достаточно понятные, как что происходит, и ясные, то есть здесь никаких секретов нет, их можно применять абсолютно с любого возраста, у них практически нет побочки при корректных дозах, то есть это очень нужно знать и нужно понимать. Еще раз повторю сегодня вам тоже интересные вещи касаемо... Ага, вот тут приготовила для вас целую кучу всего такого интересного, о чем можно поговорить. Вот есть у нас вопрос тоже касаемо Фортифлоры и Витома. Витом неоднозначный препарат. Я одно время очень увлекалась линейкой Витом и Витом 1.1 и Симбилак тоже так же. Препарат, имеющий короткий срок годности, но... Вы знаете, в сравнительном анализе и при доступности доставки товаров из Соединенных Штатов, конечно, однозначно для меня лучше Бенибака ничего нет, потому что Бенибак, он круче всего работает, он лучше всех дает эффект, он дает самый быстрый эффект. За неимением, это препарат американский, который он есть всегда и в Америке, и в Канаде, это один из лучших препаратов. Второй препарат, который мне тоже нравится, их несколько, бренд мой любимый GNC, который также есть в Америке и в Канаде.
То есть препарат, который интересный. По поводу Фортифлора. Фортифлора, конечно, она будет лучше, чем Витом, потому что Витом сейчас несколько не совсем корректно работает, будем так мягко говорить. Нужно тоже это все хорошо понимать. По поводу каши, друзья мои, пожалуйста, не поленитесь, посмотрите мой эфир. Я очень подробно не просто рассказываю, еще и в видео демонстрирую, как эту кашу делать. Просто нас, эту кашу посмотрело 7 тысяч человек, и чтобы мы все-таки не повторялись в наших семинарах, потому что кто-то смотрел, кто-то не смотрел, посмотрите, пожалуйста, не поленитесь наши эфиры, там очень подробно все написано. Поэтому, если нам будет такому котенку худому, которому для набора массы тела не хватать минералов, будет хрупкость костей, давайте с вами поговорим о добавках, которые влияют на минеральный обмен. Это тоже вещь такая очень интересная и очень важная, особенно для заводчиков крупных пород и для заводчиков, конечно же, моей любимой шотландской группы. Вы все знаете, что как раз шотландцы и крупные кошки, у которых часто есть проблемы, связанные с артритами, связанные с подвижностью суставов, связанные с недостатком синовиальной жидкости, связанные с различной гипоплазией, то есть много проблем, которые связаны с аномалиями и дефектами, приобретенными дефектами, воспалительными какими-то явлениями суставных сумок и всего, в принципе, опорно-двигательного аппарата. Но такая проблема случается не только у взрослых кошек. И проблема, которая бывает у котят, это и ломкость, хрупкость костей. Да, котенок прыгнул с дивана, там лапку тут же повредил, там треснула кость, сломалась кость. Очень часто приобретенное временное явление такое, которое выглядит визуально как плоская грудная клетка. Мы в одном из эфиров, как раз когда роддом там рассматривали, с вами, друзья. Меня слышно? Вроде, да, отлично, хорошо, спасибо. Итак, по поводу добавок различных, что мы делаем. Как раз вот в мою кашу малашу мы можем добавлять совершенно спокойно различные добавки с минералами. Но помните, да, как в какой-то из тем мы разговаривали по поводу добавок кафарсен, например. Кафарсен влияет на минеральный обмен, то есть он не влияет только на кальций, он влияет вообще в принципе на минеральный обмен, он как катализатор работает, он не возьмет там, да, магний или кальций, или вам отдельно что-то поставит, нет, он будет ускорять процессы усвоения этих веществ в организме. И очень важно понимать по поводу кальция. Дело в том, что существуют определенные врожденные дефекты развития, врожденные болячки, которые связаны с генетикой, не обязательно с породой. Понятно, что наши шотландцы, они все мутанты, да, будем прямо говорить. И любой шаг влево, шаг вправо мы получаем, вы все знаете, что и кривые хвосты, и утолщение на как бобровые у нас позвонки становятся, и это суставы у нас, и ножки как козьи, становятся как копытцы, укорочение пальчиков. Проблем огромное множество при некорректном бридинге. Но слава богу, что у нас есть большая группа шотландских заводчиков, которые реально занимаются селекцией породы. Это крайне некоммерчески, потому что количество выбраковки 97%. Вот прям статистику вам скажу. Если заводчик адекватный, а я очень рада, что у нас большинство нормальных шотландских заводчиков, они адекватны, и они понимают, что как бы порода крайне некоммерческая и не плодят то, что нельзя между собой вязать. То, что если случилось, выстрелила какая-то аномалия, какая-то патология, какой-то дефект, этот дефект не нужно закреплять. Мы можем скорректировать сами какие-то нюансы у котенка. Допустим, 5 котят помете нормальные, 1 котенок имеет хрупкость костей. Либо там 6 котят нормальные, из этого пула всего, да, котята одинаково кушают все. А у 2, допустим, рахиты. Причем котята могут быть из разных пометов. То есть на кальциевый баланс
что влияет на кальциевый баланс, влияет не только сам кальций. Кальций не усвоится, помните, я об этом тоже говорила, кальций не усвоится без определенных веществ. Витамин группы D обязательно, жирорастворимые витамины обязательно, и, конечно же, это селен, то есть кремний и селен. Вот эта вся связка, она должна присутствовать у проблемных котят. То, что вы будете давать только лишь один кальций, ничего у вас не будет. Поэтому здесь со всех сторон должна быть протекция. Маленьким котятам типично считать, что вот там, если это порода крупная, давайте-ка хондропротектор чуть ли там из 3 месяцев мы будем назначать. Но это неправильно, это некорректно, потому что у нас мы нарушаем обмен веществ. Мы можем добавлять котенку такому в рацион и кальций, и магний можем добавлять, и селен, и калий, и кремний. То есть просто подбираем минералы, подбираем витамины. Конечно, все эти проблемы костные, они связаны с дефицитом массы тела. И я сегодня для вас как раз по поводу аминокислот и протеин. Я сегодня для вас приготовила такой вот сравнительный анализ, да, то, что я замешиваю, например, в кашу, вся, весь смысл и весь принцип, да, основан на то, что мы насыщаем котенка питательными веществами в правильной, корректной пропорции. Это большое количество протеина, это жир, так как мы добавляем туда масла, да, то есть дикий лосось тот же, это омега-масла. Для чего они нам нужны? Уж не для шерсти ни разу, поверьте. Нам они нужны для того, чтобы у нас усваивались жирорастворимые витамины, чтобы у котенка все остальное могло туда усвоиться, и чтобы у него метаболизм и обмен веществ был нормальный. Поэтому, так как я основывала все свои рецепты на бренде, как пример, бренд GNC, препарат Амина 1000, вот для сравнительного анализа, что можно заменить? GNC – это человеческий препарат, который для спортсменов – это добавка, это комплекс аминокислот. Вы все знаете, что аминокислоты – это незаменимая вещь, имеет разветвленную цепочку. И многие мне почему-то вдруг в личку стали писать, что, например, присылают мне фотку глютамина, да, одного, или там лейцина, или только лишь лизина, или там, ну, то есть какого-то одного ингредиента, говорит, а вот этого достаточно. Друзья мои, вот просто, чтобы вам было понятно, как бы, если мы возьмем, это вот прям распечатка вам, вот это состав одной лишь формулы. То есть здесь огромный количество, здесь есть и витамин В, и эльвалин, и изолейцин, и лизин, и метионин, то есть незаменимые аминокислоты в комплексе. И почему именно эти дозировки, почему 1000? Да просто нам котятам ее удобно давать и удобно делить. Если вы купили 2000 или 5000, вам просто нужно более тщательно подбирать дозу. Вот и все. Какие бренды у нас доступны в России? Прям вот я абсолютно занялась, вот потратила несколько часов своего времени, чтобы проанализировать, что у нас есть в России сейчас на российском рынке. Во всех магазинах спортивного питания вы абсолютно спокойно найдете бренд Optimum Nutrition. Это раз. Второе. Есть бренд, который называется Universal Nutrition. Это два. Там тоже есть комплекс, который точно так же по аналогии называется Амин 1000. Вот у Universal это и в России можно купить, и на iHerb'е можно заказать, и здесь везде это можно купить. И мне кажется, даже на каком-нибудь маркетплейсе можно совершенно спокойно это купить, и все, и не заморачиваться. То есть посмотрите состав, проанализируйте, откройте, не поленитесь, бренд GNC, посмотрите состав, сколько каких препаратов, то есть сколько чего есть там, какие препараты, что, вот, что там есть, да, и вам будет понятно, потому что в каждом из этих препаратов у вас есть ингредиентный состав, например, там, да, L-лейцин 742 миллиграмма, например, там, триптофан 94 миллиграмма, вам не надо сидеть и заниматься нутрицептика, изучением этого предмета как науки, да, если вы не собираетесь быть профессиональным диетологом. Диетологи это и так понимают, потому, ну, то есть, если среди вас есть диетологи, которые занимаются нутрицептикой, либо спортсмены, которые тоже прекрасно, лучше, чем любые врачи, понимают состав этого, вам очень легко будет читать формулу. Самое главное, смотрите на циферки, и чтобы приблизительно показатели были одинаковые. Но, повторюсь, самое главное, что препараты эти, аминокислоты, они должны быть комплексные,
То есть это не одна аминокислота, а это комплекс аминокислот. Только в этом случае у вас будет хороший метаболический эффект, у вас хорошо животное будет набирать мышечную массу. И, пожалуйста, помните о том, что все аминокислоты, которые мы применяем в качестве спортивных добавок, мы не сразу бухаем дозу целиковую. Мы начинаем с очень маленького количества для того, чтобы посмотреть. Часто эти препараты, вот, например, GNC, это soft гель, то есть такой мягкий гель, который мы даем. И именно не сами аминокислоты, а то, грубо говоря, в чем они плавают, они могут вызвать расстройство. То есть стул может быть как, ну, слишком мягкий, например, или наоборот, слишком густой. То есть вы должны 2-3 дня посмотреть зависимость от препарата плюс в сочетании с тем, что котенок у вас на выходе дает. Вот, поэтому все эти протеиновые схемы, они прекрасно работают. Еще один важный момент я хочу вам рассказать. То есть это не только софт-гель, это не только капсулы. Препараты эти все с аминокислотами, протеиновые препараты, они есть в виде порошков. То есть вы все знаете, что есть порошок, гейнеры так называемые. Они есть с углеводами, на котором спортсмен мышечную массу наращивает, да, перед тренировкой. Едят, пьют и потом идут заниматься спортом. Там есть углевод, там не только белок. Понятно, что когда мышца работает, у нас происходит разрушение, катаболизм. И вот как раз протеины, аминокислоты, они восполняют вот это. А углеводы, которые входят в состав таких смесей, они дают энергию. То есть, когда мышца работает, когда спортсмен занимается, он не тратит свои собственные мышцы, он тратит ту энергию, которая пришла к нему с препаратом. Вот эти же принципы, они основываются на наборе массы у котят. Но я не использую котятам углеводные формулы. Почему? Потому что углеводы, те, которые усваиваются нами, людьми, они котяткам не очень хорошо подходят, к сожалению, и вызывают реакции различные. Поэтому, пожалуйста, вы должны сделать самое необходимое для вас. То есть вы должны просто-напросто проанализировать состав. Поэтому, если у вас случилось, например, недовесный котенок, намешали ему кашу, добавили туда протеин, если у вас это в виде протеина без углеводов, то есть как коктейль, да, для замешивания, ну, протеиновый обычный коктейль, пожалуйста, не выбирайте фруктовые добавки, потому что их очень много комплексов с фруктами, с бананами, там, не знаю, с клубникой. Я беру либо без запаха, то есть без запаха совсем, они стандартный, как бы натуральный вкус, но ходу и конец, коты нормально хорошо воспринимают ваниль. Все, никаких шоколадов и подобного мы не используем для кошек. Ваниль действительно кошки адекватно принимают, и это всего лишь ароматизатор, не больше и не меньше. И ваниль не вызывает никакой негативной реакции, в отличие от других различных вещей. На своем примере скажу, у меня есть один из моих любимых протеиновых смесей Бомбар компания, вот там есть такая штука чудесная, малина с печеньем. Для нас, для людей, это просто фантастическая вещь, я использую эту смесь и для приготовления панкейков, и для сырников, и да просто, если я перекусить не успеваю, я могу после тренировки спокойно покушать, выпить как бы, да, этот коктейль. И вот я могу сказать, у меня случайное применение этого коктейля, у меня, ну, шейкер был открыт, когда я уже не успела его выпить, у меня котик пошел, с удовольствием напился, но котик потом у меня 3 дня обнимался с туалетом. Он себя прекрасно чувствовал, но у него был, простите, понос. Ну, он там хорошо выпил, потом плюс еще коктейль был замешан на коровьем молоке, пусть и обезжиренном, но котику этого хватило. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно, не применяйте коктейли, которые имеют фруктовый вкус. Важно использовать коктейли, содержащие комплекс аминокислот в разумных дозировках. По поводу сколько раз... у нас есть интересная еще, да, такая информация по поводу ароматизаторов различных. Дело в том, что, например, синтетическая ваниль, то есть ароматизатор ваниль, который кошки любят. Многие кошки, вы знаете, да, любят мороженое, не просто из-за того, что там это молоко, а из-за того, что запах ванили многих кошек привлекает.
И она абсолютно безвредна для животных. И вот как раз синтетическая ваниль, знаете, где придумана и сделана? В городе Хольцминден, в Германии. А у нас там Нижняя Саксония, и у нас там происходят выставки кошек Тика. И туда члены моей команды ежегодно совершают визиты. Так что завод, который производит синтетическую ваниль, он до сих пор там функционирует. Но это лирическое отступление такое интересное. И я расскажу вам, с какого возраста мы протеины котяткам можем давать. Смотрите, если у нас, давайте будем делать градацию, если мы разберем вообще наш кошачий питомник, помним о том, что у нас, мы не берем сейчас карантины, изоляторы, мы берем три основные категории. Родильный блок, где у нас беременные кошки и кормящие кошки с котятами до 5-6 недель. Дальше у нас ясли, ясельная группа, да, где котята находятся с 6 недель до 3,5 месяца приблизительно. И помещение, которое именуется детским садом, где находятся котята старше 4 месяцев и туда дальше. Ну, соответственно, там бегают производители, которые оставлены в питомнике, но это возрастная категория именно такого детского сада или шоурума. Там, где только привитые животные уже готовы к транспортировке, которых можно и на выставке возить, и отдать. То есть три вот эти категории. Ну и, соответственно, есть основная группа животных, куда входят и производители, и коты, и кошки, куда входят выставочные животные, взрослые, куда входят также возрастные звери, которые пожилые у нас с вами живут. Вот здесь тоже очень важно понимать. Смотрите, давайте я расскажу, для какой категории мы добавляем или не добавляем протеин. Во-первых, конечно, мы начнем с самой сложной категории, это беременные кошки. Беременная кошка, если она получает адекватную нормальную еду, то есть правильное питание, корректное, если она ест, допустим, тот же там Royal Canin Queen, к примеру, или там Baby Cat, достаточно в этом корме всех ингредиентов, и совершенно чудесно она себя чувствует. Мы видим, что у нее нет дефицита мышечной массы, мы видим, что она бодра и весела, и в прекрасном настроении, что у нее не прощупывается позвоночник, да, ребра тоже мы не прощупываем. Кошка должна быть в нормальном состоянии, но и не ожиревшие, конечно. То есть, если мы говорим о применении вообще протеиновых комплексов и добавок, мы говорим с вами о том, когда нам нужно повысить и набрать мышцы, когда у нас есть недостаток веса, когда у нас есть там животные, с которыми плохо кушают, либо которые животные заболели. Итак, что мы должны понимать? Нормальную беременную кошку, получающую адекватное кормление, мы не кормим, мы ничего в нее лишнего не пихаем, не надо этого делать. Но после рождения котят, когда кошка у нас родила, и если у нее есть отказ от еды, такое случается, особенно у первородок, она вот лежит в гнезде своем, за детишками ухаживает, их кормит, а сама просто одни глаза, и она там очень может быть худа, она может отказываться, особенно первую неделю жизни котят, от еды, она будет бояться выходить из гнезда, она, может быть, захочет побольше времени проводить со своими котятами. Вот в такой период времени, особенно при многоплодных пометах, есть резкая потеря массы тела. При отказе от еды очень сильно кошка может потерять воду и терять, что критическая масса потеря. Угу, я снова с вами. У таких кошек, которые родили котят, особенно многоплодный помет, бывает критическая потеря массы тела. Какую потерю можно считать критической? Потеря веса 20-25%. То есть весит кошка 4 килограмма, и за неделю она у вас стала 3 килограмма. Вот такая потеря массы тела – это критическая потеря. Животное вообще в таком состоянии может погибнуть. Поэтому мы видим, смотрим на кошку, смотрим на ее состояние, и мы можем применять, добавлять в ее рацион протеины, но начиная уже с третьих суток. То есть первые 3 дня не надо ее нагружать, потому что это роды, это стресс для организма. Это, как вы ни крутите, кошка носила этих котят.
два месяца, да, особенно на последних двух неделях идет активная прибавка в весе каждого котенка, малыши развиваются, конечно, у кошки все должно, матка должна сократиться, то есть произойти инволюция, у нее в первые 2-3 дня только-только нормализовывается лактация, первые сутки вообще молока как такового нет, там только молозиво, которого, и количество его, оно очень маленькое. Но котятам этого достаточно, понимаете? Поэтому мы видим, что если котятки спокойные, кошка у нас лактирует, все хорошо, при этом она кушает, мы ничего этого не делаем. Но если у нас кошка не кушает, и мы видим, что котята плачут беспокойные, как раз мы не только там, да, колем кальций после родов, колем окситоцин для того, чтобы у нас пролактин сработал. Мы можем начинать с третьих суток подключать такой кошке наши протеиновые формулы. На чем должны замешаны быть протеиновые формулы? Мы можем использовать и каши, если кошка не ест сама, а если кошка сама все-таки кушает, но мы видим, что не хватает ей калорий, не хватает ей этого, мы можем совершенно спокойно брать заменитель молока, который котяткам идет, и замешивать на половинчатой дозе. Что это такое? То есть котятам, например, мы замешиваем, вот написано у нас на петлаковском молоке, да, одна ложечка мирная на 20 мл воды образно. Это для котят, а для кошки-матери мы водичку добавляем в два раза больше. Почему? У нас протеин в чем-то должен раствориться, понимаете? Если мы сделаем нормальную концентрацию, у нас вообще будет такая, ну, пластилиновая масса, которую в кошку мы не запихаем никогда в жизни. А вот такая вот обычная стандартная формула, то есть взять сухое молочко, замесить его с протеинчиком и добавить еще туда немножко омега. Или, почему именно омега? То есть это оптимальный вариант масла дикого лосося, который кошек очень привлекает. Они его любят, кошки. Можно туда добавить в эту формулу какую-нибудь вкусняшку, тоже нутрикал гель, например, или то, что любой соус, который любит кошка. Знаете, да, есть такие соусики, в котором поливают еду для особо капризных. Можно мататаби посыпать, который для возбуждения аппетита прекрасно работает. Кошки могут мататаби кушать. Тоже расскажу сейчас об этом подробно. И вот в этом случае вам даже не придется вооружаться шприцами, потому что, как правило, в высокой маленькой такой тарелочке, в блюдечке вы этой кошке даете в гнездо, там, где она лежит, и она за секунду это просто съедает у вас на глазах. Но практически 98% поголовья они совершенно чудесно это кушают. Я хочу напомнить, что все каши, все это замешано всегда на высококалорийном сухом корме, где содержание протеина близится к 40%. То есть 40-42% не низкобелковые корма. Потому что именно только в этом случае у вас будет хорошее сочетание КБЖУ. То есть калорийное сочетание белки, жира, углеводы, которые нам нужны для корректного обмена веществ. По поводу того, что каким категориям дальше мы используем протеин, в каких вообще последовательностях. Если мы кормящие кошки даем это с точки зрения, как бы, чтобы она у нас не теряла массу, чтобы у нее продолжалась лактация нормальная, мы можем использовать утром и вечером первую неделю и дальше по мере взросления котят мы смотрим. То есть мы можем увеличивать эту дозу до 3 раз в день совершенно спокойно, не боясь, потому что большая часть калорий будет уходить на молоко, на котят, потому что котята растут, потребление молочка больше. Больше 3 раз смысла абсолютно никакого нет. Котятам маленьким, то есть когда у нас есть котята, многие задают мне вопрос, можно ли новорожденным котятам давать. Совсем новорожденным котятам я это не буду давать. То есть маловесных котят я кормлю, могу кормить не каждые 2 часа, а буду кормить их каждый час. Пусть я им буду давать по 0,5 мл, но это будет каждый час, каждые 40 минут. Это будет более продуктивно, нежели чем раз там в 3 часа вы накачаете котенка протеиновой смесью. Это неправильно. Об искусственном вскармливании у нас на следующей неделе будет несколько трансляций наших касаемо репродукции и искусственного вскармливания. Мы об этом будем с вами разговаривать как раз на следующей неделе. Это очень животрепещущая тема.
и я для вас очень много информации тоже приготовила. Так вот, как раз маленьким котятам с какого возраста мы можем давать протеины, то есть вот эти, которые нам нужны. Соответственно, если у нас котята не прибавляют в весе, то есть у кошки не калорийное молоко, либо котята эти искусственники, да, то есть мы их сами кормим, но видим, что прибавка в весе плохая. И мы видим, что у нас котята худенькие, у них ребрышки, у них там все торчит. Мы можем использовать приблизительно с возраста 7-10 суток. То есть до этого времени нам не нужно использовать протеины, потому что не совсем правильно они будут влиять на котенка. Поэтому здесь будет иметь место более корректное использование частого кормления. И как раз вот эти смеси, то есть протеиновые смеси, они, мы их также точно замешиваем на сухом молоке. Точно так же в половинной дозировке. То есть в воду мы добавляем в два раза больше, потому что препараты эти густые. Вот, а как раз в трансляции, когда я мешала кашу-малаш, я показывала, у меня есть мои собственные протеиновые капсулы, которые я с собой таскаю везде в сумках, на случай, что если я не успею где-то покушать. Человек там должен за раз съесть 3 штуки. Они такие огромные-огромные, не капсулы, а таблетки. Они жевательные таблетки, то есть ты их разгрызаешь, они как сухое молоко на вкус. Они чудесно растворяются, их очень сложно смолоть в кофемолке, так как они покрыты оболочкой, но они прекрасно растворяются горячей водой, и вы совершенно спокойно можете такую... Это, кстати, тоже Optimal Nutrition фирма. Вы такую капсулу можете, таблетку бросить, допустим, на 10 мл горячей воды и распределить на весь помет котят. Да? То есть в течение 12 часов вы должны использовать уже растворенную формулу, если это таблетированные препараты. Препараты, которые в капсулах, вы их должны использовать сразу. Они не хранятся, к сожалению. И препараты, которые сухие порошки, именно протеиновые комплексы, вы их должны использовать в течение 2-3 часов. То есть они не должны стоять, потому что они все-таки миксуются и выпаиваются, скармливаются сразу. Итак, друзья, по поводу добавок. Дальше, возрастные категории. Соответственно, когда котята маловесные с возраста, когда котята уже начинают ходить ногами, когда они начинают пытаться кушать самостоятельно, при нехватке, конечно, мы можем наши использовать протеины, уже замешивать в густой корм, замешивать в каши, мы можем замешивать это все уже с возраста 1 месяц, совершенно спокойно, даже с 4 недель, то есть, ну, это небольшое отклонение от нормы, без опаски. Но еще раз повторюсь, пожалуйста, первые несколько суток эти дозы должны быть минимальны для того, чтобы корректно смотреть за стулом, чтобы сюрпризов у вас никаких не было, потому что представьте себе ситуацию, что если котенок у вас маловесный, он и так там еле-еле душа в теле, худенький, маленький, если случится у него диарея, то, ну, приятного будет, собственно, мало. Сюрпризы не нужны никому, я думаю. И дальше уже смотрим, то есть все эти протеины, они могут применяться в последующем для любой возрастной категории, но не до фанатизма. Это не нужно себе включать, что это вот обязаловка, что это ежедневно, ежечасно. Нет, это для животных, нуждающихся, действительно, когда это нужно для того, чтобы поддержать, либо набрать мышечную массу. Не сделать, чтобы это был жирный, толстый, рыхлый кот огромный. Зачем это нужно, если есть риск потери массы тела. Это относится к выставочным животным, которые часто летают, которые делают шоу-сезон. Как вы будете поддерживать массу тела, например, если вот, ну, живете вы, допустим, где-нибудь в Екатеринбурге, вам лететь с котиком в Америку. Вы должны сначала прилететь в Москву, потусоваться в Москве. Из Москвы вы должны улететь в Нью-Йорк, да, а вы понимаете, да, все вот эти временные рамки. Вы кота где кормить будете полноценной едой, если это особенно волосатый какой-нибудь Хайленд Фолд или Перс? Вы не сможете физически выдать ему суточную его норму протеина, а у такого кота и так повышенные потребности. Он шоу-кот, он очень много тратит энергии на вот эти адаптации. Даже если у него по мозгам не стрессовый, нет стресса, кот не стрессовый, у него все хорошо. Он вам не скажет о том, что вообще-то пожрать ему хочется по-нормальному, понимаете, что не то, что он чувствует голод, а его организму нужны калории, нужен протеин, потому что, к сожалению, у нас аминокислоты, они из воздуха не возьмутся, они в травке не растут.
понимаете, это препарат животного происхождения. Кошки хищники, им нужен белок для построения всего, собственно, кошачьего организма. Вот и все. Поэтому выставочным нашим зверушкам мы это используем. Это реально палочка-выручалочка, это очень сильно помогает вам, поможет вам держать такого кота в хорошей кондиции. И я поотвечаю вам еще на вопросы. У нас есть вопрос касаемо пробиотика Симбалакт. Я уже сегодня озвучила этот препарат. Препарат с коротким сроком хранения, с небольшим сроком годности. Препарат, он неоднозначный, препарат, который дается... Ну, скажем, в определенные составляющие. Я не фанат этого препарата именно из-за ограниченности использования. То есть, как правило, это жидкие, да, пробиотики. Мне они, ну, как бы не очень понравились в использовании. Для меня, я вам озвучила то, что я увидела и услышала. Вот есть вопрос, у нас тоже один из важных вопросов. Если вдруг уже случилось расстройство, но там передозировали вы протеин, передозировали вы аминокислоты, вдруг случилось расстройство кишечника у малыша, ничего криминального нет, 3 часа без промежуток без еды, то есть вы только даете воду, и вы принудительно каждый час выпаиваете обычный смекты. То есть разбавили пакет смекты, ни в коем случае не апельсиновый. У меня есть умельцы, которые апельсиновые смекты пытаются поить животное, потом говорят, да что-то у нас котик никак не хочет есть, потом рук боится месяц. Ни в коем случае цитрусовые компоненты мы не применяем при пероральном использовании. Поэтому взяли обычный смект, размешали, как положено по инструкции. И вот если это маленький котенок, то ну, по 3,5-5 мл мы можем выпаивать. Достаточно там 3 раза дать, и вся диарея на этом заканчивается. Потому что это проявление спровоцировано... Вот эта вот диарея такая временная, она не спровоцирована бактериями. Это перистальтика кишечника, ворсинки кишечника, они начинают быстрее двигаться, когда получают такое количество чудесных препаратов. То есть это несравнимо с использованием клетчатки, не путайте, пожалуйста. То есть когда грубые волокна попадают, они у нас как метелка, да, продвигаются, их, то есть чистят все. А здесь наоборот идет воздействие непосредственно на ворсинки, которые просто быстрее начинают работать вот в этот период времени. То есть поэтому большая доза сразу, когда организм не привык, когда еще кишечник не знаком с этими ингредиентами, она может спровоцировать. А это не требует никакой медицинской коррекции, не требует там каких-то вливаний. Это не жуткий понос, чтобы вы понимали. Это просто размягченный стул, может быть такой похож на маслянистый пластилин. Вот так работают аминокислоты. То есть это в основном капсульные препараты дают вот это, вот такое проявление. Препараты, например, которые с углеводами, аминокислоты, они дают, могут дать, допустим, пенящийся такой стул, именно жидкий. Но мы же договорились, что мы углеводные коктейли кошкам не используем с большим количеством углеводов, потому что, еще раз повторю, эти углеводы кошки у нас не смогут усвоиться. Понимаете, это животное все-таки хищник. Да, вот вопрос у нас есть, на который я вчера обещала ответить, у нас не хватило времени. Вопрос очень важный и актуальный для многих по поводу груминга котят. Позавчерашняя наша тема и вчерашняя демонстрация видео, как я мыла маленьких котят. Можно ли мыть котенка перед отъездом в новый дом? Многие заводчики вот солидарного мнения, что вот нельзя его мыть, и чтобы он там пленку с него не смыть, чтобы новые бактериальные компоненты на него не напали в новом доме. Я не согласна с этим, объясню почему. Когда вы кошку моете, если мы берем основу базового груминга, у нас есть очищение, а есть этап, без которого мы кошку не отпускаем, это кондиционирование. Вот вчера в видео я рассказывала и показывала, как котятам мы создаем своими руками липидную пленку с помощью кондиционера в виде спрея. То есть это кошке, маме мы использовали кондиционер как нормальный кондиционер, мешали это все капучинатором, да, то есть закрывали чешуйки и создавали гидролипидную мантию. Наша задача какова?
мы должны понять, что когда мы кошку помыли детергентом, то есть пенящимся шампунем, мылом, я говорю сейчас о базовой помывке, там, дегризером, мы смыли липидную пленку, мы смыли грязь и оставили кошку без защиты. Ведь не просто так в косметологии придумано само по себе применение масок и кондиционеров. Не для того, чтобы волосы мягкие были. Понимаете, а для того, чтобы защита была, мы липидную пленку сняли. Это вот мы умылись с вами, смыли макияж. Мы хотим, согласитесь, потом что сделать? Намазаться кремом. Правильно? Правильно. Потому что, чтобы не было сухости кожи, мы будем использовать защиту. То же самое используется для котят. Не имеет значения, когда вы вымыли котенка. Если мы говорим вообще о том, что всех котят мы моем не реже, чем раз в неделю, то о каком прошлонедельном мытье речь может быть, когда вы животное отправляете в новый дом. Когда у меня уезжает котенок в новый дом, я его и мою. Мою как для шоу. Я его и стригу, делаю породную стрижку и триминг, чтобы мой котенок приехал к клиенту как на выставку. Чтобы мой клиент был счастлив. И для него это чтобы был образец, как держать котенка в нужной кондиции. Чтобы у него было с чем сравнить, понимаете? А не то, чтобы там мотивируя, что многие маскируют свою, простите, конечно, меня, но многие себя узнают, многие маскируют свою лень за вот такими мифами. Это факт, это человеческий фактор. Ничто не мешает взять котенка, помыть, нанести кондиционер, сделать это правильно. И ни в коем случае никакая бактерия, она не сядет и не пристанет по причине, именно по причине того, что случилась какая-то вдруг поспешная помывка у котика. И котенок любой может и мытый, и не мытый, и грязный, и никогда не мытый, зацепить все, что угодно, абсолютно в любом доме, да, если в этом доме неспокойно, если в этом доме есть проблема с инфекцией. Это не связано никак с мытьем. Но о чем вы говорите? Поэтому, друзья мои, кошечек мыть надо. И еще у меня вопрос, который как раз, да, вот из этого выходит. Много вчера почему-то было вопросов, зачем спрей я котятам применяю. Еще раз повторюсь, я котятка маленьким, липидную пленочку, которая у них тоже есть, я ее снимаю шампунем, да, то есть мы ее смываем. Чтобы котятки у нас без защиты не остались, мы используем не кондиционер в виде маски, да, нанесения со смыванием. Мы используем кондиционер, который мы просто брызгаем на шерсть без смывания. У нас каждый волосочек такой, как капсулкой, одет. И совершенно замечательно котята себя чувствуют. Они пушистенькие, они хорошенькие, у них шубки мягкие. Кондиционер без запаха. Кошка-мама там довольна. И вся эта мелюзга радостно там носится в этом детском саду. И все. То есть без защиты мы не оставляем котят. Поэтому шампунь плюс обязательное кондиционирование – это обязательный алгоритм. И вопрос у нас был еще в отношении мытья кошки после кесарева сечения. То есть это тоже очень интересный такой момент. Я говорила вам по поводу вот родов, эклампсии. И я затрагивала этот вопрос. Когда я могу кошку вымыть? Вот после родов в течение 72 часов. Мы это обсуждали. Почему мы должны это сделать? Если у нас длинношерстная кошка, пушистая, то если она себя не успевает облизать, если у нее остается там на следующие сутки, мы видим, что шерсть у нее грязная, что у нее есть сгустки, что у нее есть остатки, чтобы не было бактериального обсеменения, которое скажется на котят, то мы ее моем в течение 72 часов, кошечку после родов. А если кошечка у нас имеет кесарево сечение, то мы не моем в течение первых трех суток, но мы купаем ее на 5-7 день. Мы смотрим на состояние рубца, как, насколько он сделан, кто как делает. Все доктора разные, могут распахать кошку по белой линии от и до, а могут сделать маленький аккуратный косметический шовчик, который будет выглядеть как маленькая царапинка. То есть здесь зависит от техники выполнения кесарево сечения и от того, какой тип шва наложен. То есть, ну, как правило, не позже недели. То есть этого достаточно для
создание уже как бы такого хорошего рубца, и ничего там не разойдется, ничего там не случится. Единственное правило такое же, точно как для кошек-рожениц, это препараты деликатные, которые могут быть применимы для котят, которые не будут раздражать ничего. Поэтому щадящие, аккуратные средства ни в коем случае не агрессивные. И у нас завтра с вами выходной, друзья мои, суббота и воскресенье. Я вам желаю хорошо провести 2 дня. Возможно, кто-то у себя в саду, в огороде пожарит шашлыки, позагорает на солнышке, если оно у нас случится. Вот я сегодня вам расскажу, что я буду завтра делать. Я завтра пойду за грибами. Сегодня, у меня уже в Инстаграме выложено, я сегодня гуляла с собаками, и мы сегодня уже целый пакет принесли сморчков и строчков, весенних грибов, которые выросли, потому что на улице уже плюсовая температура. Поэтому желаю вам хороших выходных и до встречи в понедельник. Не забывайте подписываться на мою страничку, чтобы быть в курсе всех новостей. Жду ваши вопросы, заранее готовьтесь, так что все, до понедельника в 19:00. Всем пока!